Уважаемый народ Украины, уважаемые коллеги, сейчас рассматриваются очень чувствительные вопросы по изменению названий. Слава Богу, удалось сегодня, и спасибо за это и депутатам днепропетровчанам из БПП, снять переименование город Днепропетровск. 90% жителей города Днепропетровска не поддерживают это переименование. Мы собрали больше 300 тысяч подписей. И для того, чтобы не раскалывать общество, этого нельзя делать без местных референдумов. Мы не поддерживаем и переименование города Днепродзержинск. Пусть эти вопросы рассматривают комитет, пусть будут местные референдумы, но нельзя плевать на людей, нельзя плевать на мнение миллионов людей и окончательно терять их доверие высшему законодательному органу власти. Спасибо.